Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует психолог Галина Конышева. На моем втором канале «Сознание 21 век» я выпустила видео расшифровку знаков ЛГБТ на детском празднике шоу Селезневых, так называемое. Мне выпала в соцсетях реклама, короткое видео этого шоу, и у меня, в общем-то, волосы встали дыбом. Я решила сделать эту расшифровку, поскольку я занимаюсь расшифровкой символики. И представляю вам этот фильм, особенно для родителей. Будьте бдительны, будьте внимательны. Я не знаю, насколько сами организаторы понимают, кого они приглашают в свое шоу. Сами они это делают, участвуют ли они в этом, либо это просто приглашенные какие-то артисты. Я не знаю. Но сам факт этой символики – я буду расшифровывать и показывать, потому что многие родители просто даже не понимают этого смысла. Они видят слишком много красочного, звуков, шоу, света, представления. И это все оглушает. Эти бесконечные мелькания световых лучей, это все оглушает зрителей. И, естественно, когда они находятся вот в этом оглушенном состоянии, они не способны что-либо увидеть, заметить. Дети вроде как бы нравятся родителям, я смотрела отзывы, это шоу не нравится в большинстве своем, недовольны, говорят, что нет никакой сюжетной линии. О нет, я не скажу, там есть сюжетная линия, но она недоступна просто обывателю, который не думает, не размышляет над тем, что сейчас происходит в нашей жизни. Поэтому полностью видео посмотрите на моем втором канале, потому что это канал основной, здесь все-таки и личная информация, и информация по искажению истории. Я просто не хочу его перегружать этой темой. А вот на втором канале «Сознание 21 век» как раз там психологический канал. И там я давала расшифровки, в том числе по рекламе Горбачева, пиццы гей, рекламы Адренохрома, тоже скрытая. И на этом втором канале посмотрите это видео. Будьте бдительны, и если вы согласны с тем, что это именно так, то надо действовать, по крайней мере, надо более активно ограждать наших детей, особенно малышей, потому что эта пропаганда попадает им прямо на подкорку. И что потом через 10 лет пубертат вылезет, это одному Богу известно. Это может выйти очень большим боком нам всем. Это все-таки дети наше будущее, или оно не наше будущее, или это не наши дети будут. Поэтому еще раз предлагаю перейти на мой второй канал, посмотреть это видео. Видео будет на этом канале «Сознание 21 век». И ссылка будет дана в описании под этим анонсом. До встречи на канале «Сознание 21 век».